Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Недавно я делал видеообзор на декодер цифрового телевидения ДВБ-Т2. Вот на этот декодер. Подсоединял его к телевизору и настраивал. И тут посыпались мне вопросы. Подсоединял я двумя кабелями. Кабель HDMI и кабелем AVI. И тут меня спрашивают, обязательно подключать двумя кабелями или нет? Там, может быть, был и мой косяк. То, что я, наверное, хорошо не объяснил. А подсоединял два кабеля для сравнения. Какой сигнал будет лучше? Ну, естественно, сигнал лучше от кабеля HDMI. Вот от этого кабеля. А кабель AVI, как я сказал, подключил только для сравнения. Так что, друзья, подключать эту приставку к телевизору необходимо только одним кабелем. Лучше кабелем HDMI. Вот этот разъем в декодере. И вот в телевизоре. А этим кабелем необходимо подключать только тюльпаном. Только в том случае, если у вас нет такого разъема в телевизоре. К старому телевизору, например. Или же в том случае, если у вас нет кабеля HDMI. Тогда придется подключать этим кабелем. Но картинка будет немножко хуже. И качество... громкость звука будет пониже. Так что необходимо подключать декодер ДВБ-Т2, цифровой декодер, только одним кабелем. Выбирайте любой, какого вам больше нравится. Картинка, естественно, лучше и звук лучше через кабель HDMI. А этим, еще раз говорю, кабелем, тюльпаном, AVI кабелем, подсоединяется, если у вас нет кабеля HDMI или же нет разъема HDMI в телевизоре, как у старого телевизора, тогда подключается вот этим тюльпаном. Настройку я вам показывать не буду, кому интересно, оставлю ссылочку под видео на настройку и обзор вот этого декодера. Качество картинки намного лучше, чем в аналоговом телевидении, намного лучше. И поймал я уж, как говорил, вот Домодедовский район Подмосковья, микрорайон Вострякова, 3 мультиплекса, 30 каналов, плюс еще каналы радио. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Только объясните в комментариях, почему вам не понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам.